32 серии турецкого сериала «Любовь на показ» мы увидим, что в доме Айше собрались гости, и им оказались претенденты на ее сердце по имени Амер и Сабри. Все гости очень счастливы и весело проводят время. Неожиданно к Айше приходит Керим, и он заявляет о том, что против ее сватовства. Айше удивилась и спрашивает, для этого ли он сюда пришел. Только Рыза говорит о том, что он согласен отдать Айше замуж за Амира, но это стало неожиданностью для самой невесты. Керим пребывает в ярости, и когда пришел в офис, то сразу же обо всем рассказал Волкану. При этом Керим больше напоминал маленького ребенка, которого переполняло чувство обиды и грусти. Керим не сомневается в том, что совсем скоро Айше сама к нему прибежит и начнет просить прощения за все свои поступки. Приближается день рождения Ганджи, и они хотят организовать с Айше мероприятие по данному поводу. Только Айше не стала приглашать на празднование Керима и таким образом надеется его проучить. Когда Керим узнал про встречу друзей, то не мог ожидать подобного от Волкана. Керим узнает о том, что Айше должна будет пойти вечером на ужин со своим новым женихом. И он просит узнать, где именно они встречаются. Когда Айше пришла в кафе, то очень сильно удивилась, ведь там уже был Керим, и он сделал вид, что их встреча совершенно случайна. Все, что будет дальше, мы узнаем из 32 серии, которая выйдет 5 февраля на канале D. Приятного просмотра, и не забудьте подписаться на наш канал.